Что здесь не анализирую, все равно придется остаться при обыкновенном, среднем количестве заблуждений. У нас принято считать, что французские команды всегда неудобные соперники. По большому счету, тоже могут сказать и французы в отношении нас. Российские команды в новейшей истории встречались с французскими 18 раз. 8 побед у нас, 1 ничья и всего на одну победу больше у французов – 9. Интересный факт – в 90% случаев соперники выигрывают свои домашние матчи.